Председатель правительства Республики Муса Чилиев представил коллективу Министерства экономического развития Ингушетии нового министра Павла Анатольевича Пущина. Есть необходимость укрепить это направление довольно серьезно. Павел Анатольевич человек компетентный, знающий дело, знающий республику. Он разбирается буквально в деталях, в программных вопросах. А это для республики сейчас очень важное направление реализации программы, особенно федеральное целевое развитие Ингушетии. Так вот, вам в последние вот эти дни предстоит очень мощно поработать над двумя направлениями. Первое – это вывести эти гранты до получателей. И второе направление – это аналитика. Муса Чилиев выразил уверенность в том, что все те задачи, которые стоят перед коллективом, будут выполнены с назначением руководителем ведомства Павла Пущина. Своей учебой, трудовой деятельностью, работая в аппарате правительства, Павел Анатольевич доказал, что способен выполнить задачи, которые ставят перед ним. Если коллектив вашего ведомства будет работать слаженно, социально-экономическое развитие республики будет динамичным. Перспектива республики зависит от вас. Я уже назначил способных, грамотных специалистов заместителями министра экономики, подчеркнул Муса Чилиев. Я хотел бы выразить благодарность за доверие главе республики правительству, отметил Павел Пущин. Понимая всю ответственность, которая ложится на наш коллектив, необходимо выстроить систему работы. Это прежде всего аналитика реальных секторов экономики. Конечно, я хотел поблагодарить за то доверие, которое оказано мне в таком сложном участке работы. Я прекрасно понимаю всю ответственность того, что предстоит сделать, и хочу, чтобы наш коллектив проникся этим моим ощущением того, что нам предстоит сделать. Подчеркиваю, дисциплина необходима в нашей деятельности прежде всего. Я знаю отношение сотрудников к своим обязанностям. Прошу учесть это. Я буду требовать результата деятельности каждого служащего, сказал Павел Пущин. Завершая встречу с коллективом, Муса Чилиев потребовал приложить все усилия для выполнения задач, стоящих перед министерством. Напомним, Павел Пущин курировал сферу экономического развития республики, а также занимался проблемами развития инвестиций в республику Ингушетия. Родился Павел Пущин 1 августа 1977 года в городе Малгобек, Чечено-Ингушской АССР. В 1999 году закончил Российскую экономическую академию имени Плеханова. Пресс-служба правительства специально для программы «Вести Ингушетия».